это мы едем по самому краю, краю провинции. Да, Зай? Это самый край же? Самый край острова вот этого северного. Проехали. Какой мы проехали достопримечательность? Какой-то. Короче, достопримечательность какие-то проехали. Там справа дорога нормальная. На что он там нормальная дорога? Как она называется, вот эта? Зай. Что? Ну как ты мне говорил? Акадиан. Акадиан Пенинсула. Вот это, этот полуостров Акадийский. Он находится справа. А мы едем по самому-самому краешку. Здесь очень красивый океан. Даже теплый. Некоторые у нас купались. In 200 meters, turn right onto Rue de la Bay. Нам тут Google рассказывает, куда ехать. Перепугана, что мы не следуем правилам и ездим прямо понад океаном. Take the next right onto Rue de la Bay. Обязательно. Вот Google все хочет, чтобы мы поехали направо по трассе, а мы все хотим ехать прямо понад океаном. Вот такие тут домики красивые. Люди живут с видом прямо на Continue океан. On Rue de la Bay for 800 meters. Тут не одни такие ездим, вон еще две машины перед нами. И тут какое-то прям целое производство чего-то на рыбке. Прям над океаном. Какое-то заброшенное производство. Seafood было здесь, потому что сейчас какое-то оно все неживое. Может, не сезон просто. Может, не сезон. Ворота будет конец. А что там напротив? А то заповедник. А сейчас мы туда поедем. Вот тоже у кого-то домик. Ну это видно. Типа гостишки такой. Ну, типа мини-мотельчик. Вон, да. Ну, прикольный такой мотель, прямо на берегу океана. Ну, тут не очень красиво, какие-то заброшенные дома. Не дома, а производство. In 200 meters, turn right onto Rue Châtelon. Сделаем, как скажешь. А вон, смотри, даже детская площадка, тут все дела. Прикольно, наверное, приезжать чисто отдыхать. Take the next right onto Rue Châtelon. Да хорошо. Вот тут кемпинг получается как раз. С детской площадочкой. Куча отдыхающих кемпинга. Continue for 10 kilometers. Take the next right onto Rue Châtelon. Вот такой тут кемпинг. Прикольный, можно здесь приехать. Прям в самом, на самом океане. Хороший такой кемпинг. У нас на офисе почти все поехали на эти выходные уже на кемпинг. В следующих выходных мы, может, попробуем. Так, вот мы выехали оттуда, с самого края этого острова. И вот такой здесь городок. Упс. Селочек. Наверное, многие приезжают чисто отдыхать, как коттеджики. Что-то посчитал. Может, кто-то живет. Идти спать. Лобстер. И вот видно, что здесь очень много этих французских флагов, значит, здесь в основном на французы живут и на французском разговаривают. Ну, канадцы и на французском, которые канадские французы.
французские канасы. Даже пост-офис тут есть. Масюсь, ты не чухай комариков. Ты дай мне своей куколке, пусть куколка помогает.